приветствую всех. И с вами вновь Хэдкрафт. Собственно, прошло уже 4 дня с момента моего последнего видео, так что пора бы снимать еще. Как раз таки у меня выдался выходной день. И, собственно, чтобы начать не с пустого листа, хочу сказать, что у меня две новости. Первое, мне наконец-то удалось заставить DSFX работать на 60 FPS. То есть теперь не будет никаких замедлений, я надеюсь. А вторая, это, к сожалению, мне не удалось еще избавиться от звука стука клавиш на своем микрофоне. Так как то, что на наушниках, он не распознается, а то, что на ноутбуке, как раз-таки постоянно включен. Собственно, вся эта долбежка идет и от него. Так что прошу прощения за шумы. И мы вновь в поселке Алачей, где, собственно, меня уже попытался напасть один хинедух, но у меня ничего не получилось. Думаю, мы еще немного поохотимся. А после этого, возможно, сегодня либо завтра, скорее всего, начну пробежку по Dark Soul. А также выложу еще одно видео сегодня по другой игре. Итак, начнем врывы. И пауза. И, наконец-то, у нас вторжение в другой мир в обличии темной души. Куда же закинет нас на этот раз? И да, это у нас наконец-то вторжение в облике Красного Фантома. Так, надо искать нашу жертву. А вот, собственно, и она. Ты что, струсил, что ли? Кровотечка. Лагстаб. Ребята, когда вы деретесь с Красным Фантомом, не советую пытаться его закрутить. Скорее всего, он просто пройдет сквозь вас и нанесет вам лагстаб. И, кстати говоря, хотелось бы поговорить немного о тактике для новичков в битве с красными фантомами. Сколько раз замечал именно вот новички Dark Souls, при виде красного фантома, они тут же начинают откладывать кирпичи. И, скорее всего, встают в защитную стойку. И именно так и бегают. Ребят, это немного неправильно, потому что вы даете тактическое превосходство своему противнику. Надо быть агрессивнее. Как можно агрессивнее. И если вы даже не можете его убить, то хотя бы постарайтесь нанести ему как можно больше урона. И повторяю, никогда не отбегайте, держа защитную стойку. Хотя бы потому, что после удара по вам у вас медленнее восстанавливается стамина. Ну, как-то это, не знаю, это как-то выглядит по-слабому. Но это, так сказать, мое имхо. Возможно, я могу быть неправ. И кто-то пытается ворваться ко мне. О! Кто же это? Синий фантом, которого я уже один раз убивал. Поехали. Но. Магия. Скотина. Мама ему очень отомстила. На самом деле я сейчас сам вступил, потому что убрал щит за спину.
так вот, иногда даже и меня убивают. Ну, придется, у нас никто больше не будет. И тогда пока что пауза. И у нас новое вторжение. На этот раз уже красная душа. Да-да-да. Ему то же самое сделать. О, лебарды черного рыцаря. Да-да-да, чувак, ты меня пытался перебить лечение. Ну, извини, проигрывать этот раз мне не хочется. Можно дальше от противника. И до новых вторжений. И новый уровень. И опять тот же самый. Похоже, он пришел. Нет. Смотри-ка. Не атакует. Чувак, ты сам напоролся на это. Вот это я понимаю, был бой. Красивый, интересный и быстрый. Ну, надеюсь, он ко мне ворвется еще раз. И новый врыв, на этот раз уже нашего синего друга. Вы же помните его, кто меня убил, не так ли? Ну? В чем дело, медленно ходим? Молодец, парировал. Еще и колечко на увеличение урона. Нечестно лечиться. Лечиться во время боя — это не особо честно, чувак. Я, конечно, не говорю про себя, но... И до новых врывов. На этот раз врыв уже у меня. Так, посмотрим, где мы сейчас окажемся. Потому что у меня стоит колечко Альвины, но может притянуть ее в темный лес. Но нет. Броня Хейлева, меч. Сам подставился.
И еще раз там подставился. А вот это он уже начинает паниковать. Как я и говорил, не пытайтесь закружить темного фантома. Иначе будете получать лакстап. У нас новое вторжение. Это раз, чувак. Что у нас там? Свой хандер? Извини, чувак. Но ты поступил крайне невежливо. Поэтому не жив. Не знаю, как вы, ребят, но я все-таки сторонник вежливости у Dark Souls. Так что это поклоны в самом начале. И тому подобное. Там кто-то еще раз пытается ворваться. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, сейчас пока что поставлю на паузу. И у нас вторжение. На этот раз мы будем охотиться защищать душу. И тут у нас на кайверс. Говорю, вежливость превыше всего. Ну, поехали. Так, стой, лакс там. Это заклинание называется мирный. Медленная мирная прогулка, которая замедляет врагов. Да, просто покарал. Кстати говоря, эта медленная мирная прогулка наберется как раз в катакомбах, где есть почти что бессмертные скелеты. Где-то наверху, когда я думаю отправлюсь в катакомбы за душу Нита, это случится, скорее всего, перед стримом Баффорда Спешл, то я думаю покажу, где она находится. Потому что заклинание довольно-таки полезное в ПВП, именно против тяжело бронированных врагов. Потому что сами видели, они начинают идти медленно, после ударов они начинают уходить в этакий отходняк. И с ним можно творить все, что захочешь. И до новых врывов. И на этот раз врыв уже ко мне. О, это наш старый недружелюбный знакомый. Поэтому он вновь умирает. А, кажется... Серия будет называться «Карание темных духов в поселке Алачея». Берем с него души. И до новых врывов. И синий фантом пришел по нашей душе. Ну, привет, привет, вот, я тебя помню. Рукой махай. Извини, чувак, но теперь я тебя просто-напросто убью. Как я и сказал. Полежи тут. Наконец-то месть ему свершилось. И до новых врывов. И он пришел нам мстить, похоже. Ты ему поможем на этот раз рукой. А, не успел. Где пуск?
Отвлекся. Знаю, бывает. Ну, чувак любит спамить просто-напросто. Умею я нормально парировать игроков, можно было бы попытаться его спарировать. Посмотрим. И вновь он. Чувак. Ну что ж, спам против спама. Даже магия могу не помогает. Ну что, попробуем призвать его еще раз. И нового рыцаря. А, это у нас парень с двуручником. Ну привет, ну привет. Уже боится. Попал. А, ты не решишь мне пришпаривать. Иди отсюда. Двуручник заточенный на молнии. Куда же ты? Ничего страшного не бывает в этих красных фантомах. Либо этот чувак просто не умеет вообще драться. Как говорят, я видел знак, но похоже он уже исчез. Ладно, ждем нового врыва. И у нас вторжение. Почти что сразу. Похоже, то дополнение к DSFX, что я поставил, работает исправно. Сама попалась. Уйди, пса. И еще раз. Правда, не прошло. У нас лист закончился. О, блин, чё ж не получится. Да, бедный чувак. Интересно, он там ждёт своего друга или же что? Ладно, до новых врывов. И у нас новый противник в новой броне. Но это я, похоже, перебиваю. Ты куда-то заспамил. И минус еще один красный фантом. Сейчас возьми, если так подумать, я сейчас выношу именно тех, с кем играл. Точнее, кем играл. И даже кем играю до сих пор. У меня красных фантомов. Ну, до нового урыва. Новое вторжение в новом противнике. Ну, привет, привет. Оп, не успел.
не успел. Ну что ж, молодец, чувак, молодец, я тебя почти прикончил. Лаги были его на его стороне. Ну, до новых врывов. И новое вторжение. О, это у нас опять тот же самый с двуручником. И отправить. Ух ты, он даже спарировал. Несмотря на то, что он неплохо напарировал, он все-таки прилег. Вот такой-то вообще откуда? Да, какой-то американец. Ждать новых врывов. Думаю, еще парочку, и на этот раз, на сегодня точнее, все с ними. И тут же у нас новый врыв. И опять он. Извини, чувак, мы теперь страдать дальше. Еще раз к нам не придешь? Написать ему что-то, спросить, почему он так умирает. Часто. Может быть, он хочет уже просто отомстить мне. Наконец-то прерывать свою череду смертей. Ну что ж, до новых врывов. И последний бой. Кто у нас тут? Какой-то новый стиль. К сожалению, не тот, кому их стоит попросить. И в том, еще он маг. Я тебя умоляю. Думаю, собственно, на этом на сегодня все. С вами был Краб, могила Арториаса и кровавый поселок Алачиэле. До новых врывов, друзья. Пока-пока.